Та-дам! Теперь вам привет-привет уже со следующего дня. Я так и не закончила вчера влог, поэтому сегодня я немножечко продолжу. Вот, у нас уже прошел прямой эфир. Вот, и я все-таки... Меня все-таки не покидает надежда приготовить, елки-палки, эту же шарлотку. Так мне хочется именно сладенькой, такой пушистой, классненькой шарлоточки. И поэтому, так как вроде бы вечерний сегодняшний влог мы закончили, а шарлотку все равно хочу приготовить, я немножко вот это видео схитрю и вставлю во вчерашний влог. Так что все будет круто. Так, смотрите, что для шарлотки? У меня самый простецкий, самый наш бабовский, дедовский рецепт, как говорится. Еще рецепт, наверное, из детства наш. Что нам понадобится? 5 яиц, 250 грамм сахара, 250 грамм муки. 4 буквально столовые ложки подсолнечного масла. Смотрите, какая штучка у меня, да? Крутая, похвасталась. Вот. Пачечка ванильки, ванильного сахара и пачечка разрыхлителя. Здесь у меня разрыхлитель на 12 грамм. Вообще нужно 10. Можно пачечку на 10 грамм брать. Так что так. Что нам в первую очередь нужно? А, и 5 яблок. 5 яблочек надо будет. В первую очередь нам нужно взять просто, и, кстати, яйца желательно брать комнатной температуры. То есть, если вы собрались готовить шарлотку, вытягиваете их с холодильника и пускай 2-3 часа, а то и больше, постоят просто вот на столе, ничего с ними не будет, не испортится. Вбиваем их в мисочку по бырику. Вот так, раз. Вот так, два. По шурику, по бырику. Вот так, три. 4 и 5. И у меня шкурочка там плавает, елки-палки. Шкурку лучше всего вылавливать такой же вот шкурочкой. Так, не уплывать, не уплывать от меня, не уплывать, не уплывать, не уплывать, не уплывать. Вот так. Красота. О-о-о! Красота, и все уронила, елки-палки. Ой, селок у пекарки. У меня просто один желток разбился, и оно прям хочет под желток у меня залететь, эта шкурочка. Вот как хочется сделать быстро и красиво, получается быстро, но некрасиво. Девчонки, сегодня классно был прямой эфир. Спасибо вам всем огромненькое, кто был на прямом эфире. Классно посидели, классно поговорили. Во, выловила? Я же ее выловила, правильно? Правильно, правильно? Выловила. Вот, спасибо, девчонки, кто участвовал в конкурсе. Сегодня успели только переправить приз Дашеньке Кудрявцевой, вот, за первое место. Завтра уже поедем в город, на карточку скинем денежку и уже отправим всем остальным. Но я не видела, у нас в WhatsApp больше не прислали, да? Да, больше никого нет. И, девчонки, не забудьте мне прислать ваши контакты, куда же вам денежку пересылать, потому что Лена, артисты, уже переслали, Даша Кудрявцева уже переслала, я уже отослала, вот, артистам завтра отошлю, и еще у нас два победителя. Не забудьте, девчонки. Так, два победителя. Это у нас, напомни мне быстренько. А то я, блин, у меня, знаете, я же говорю, в ажиотаже, я все... Наталья все... и Бронина Олеся. Так, Бронина Олеся у нас третье место, вот, а Наталья у нас второе место. Да. Наталья это... Вышивка бисером. Вышивка бисером, икону. Икону вышивали вы бисером. Вот, Наталья, пожалуйста, пришлите свои координаты, куда вам переслать за второе место 500 гривен. И Бронина Олеся 200 гривен за третье место. Можно, я же говорю, на счет, да? Да. В принципе. Мы в прошлом конкурсе пересылали на телефон, да. Если хотите на карточку, хотите на телефон. Так, все, девчонки, 5 яиц я вбила. Высыпаю 250 сахара сюда. И вперед работаю блендером до такой пенки белой. Так, почти сахар растворился. Нам надо взбивать, значит, всю эту массу до прямо такой белой пенки. И пока крупиц сахара не будет чувствоваться. Мы немножко взбили. Добавляю сейчас сахар ванильный. Быстренько. Тут пачечка у меня на 10 грамм, да? Да. Вот так вот, сахар ванильный, чтобы это было все ароматно. И сразу же подсолнечное масло. Значит, здесь 4 ложечки. Вот. И уже взбиваю до конца, пока здесь вот прямо-прямо не будет чувствоваться сахара. Так, все. Мы молодцы с вами. Мы очень большие молодцы. Больше нам эта штука не понадобится. Сразу надо сполоснуть, потому что если яйца...
на ней застынут, это плохо получается на вот этих штучках, потом не отмыть. Поэтому я быстренько это сделаю. Так, все сполоснула, вот подготовила яблочки. У меня получается 4 таких большеньких яблочка и одно манюсенькое вот такое вот. Так, я их сюда пока кладу. Здесь уже мне вот эта штука не понадобится. Теперь мне понадобится вот для муки. И мне понадобится, знаете, что еще? Лопаточка, которой я буду все это смешивать. Ой, где мне ее взять? Вот она, наверное. Вот это я буду смешивать. Ох, вы меня не видите, да? Вот классно я стала. Вот такая мне крутая лопаточка с божьей коровочкой. Так, значит, смотрите, что я буду делать дальше. Я сейчас эту муку пересыплю в... Как он? Что это такое? Как это называется? Как это называется? Как это называется? Сито такое специальное для муки? Ну, да, наверное. Чтоб мука была пушистей. Просеиватель. Просеиватель, как Коля говорит. Ой, с этой мисочки не очень удобно. Короче, наша задача. В основном муку посеять, конечно же. Так, ну, то, что так упало, ничего страшного. И смотрите, мы будем вмешивать уже, вмешивать, потому что если блендером, все наше тесто осядет и будет не та консистенция, что нам надо. Значит, мы подготовили разрыхлитель, мы подготовили муку и немножечко всыпали муки. И что делаем? И вот такими движениями в одну сторону перемешиваем, то есть вмешиваем аккуратненько муку, чтобы тесто наше не осело. Почему в одну сторону, не знаю. Меня так учили, и я вас тоже так учу. Надо мешать в одну вот так сторону, аккуратненько разминая нашу муку, чтобы комочков не было. И постепенно добавляем кучечки. Так, что-то у меня тут. Опять вмешиваем, чтобы тесто было такое красивое. Для удобства можно мисочку крутить, потому что все время хочется с другой стороны собрать. А если вот так, то получается нормально. Ой, какое красивое получается тесто. Так. Кстати, очень-очень быстрый пирог, особенно если есть мультиварка. Но мне, кстати, написала, по-моему, Анна К, что не нравится. По-моему, Анна К. Девочки, если путаю имена, то уж извините. Что не нравится в мультиварке, в духовке, как я готовила, вкуснее получается. Но у меня есть рецепт, который я готовлю тоже в духовке. Только на канале, по-моему, Николая Шаповалова. Это старый-старый рецепт. А уже на канале Шаповалова на кухне, то получается, это уже более новый рецепт, и он в мультиварке. Вообще, мне кажется, в мультиварке он пышнее как-то мне, почему-то для меня, вот, например, получается. И такое, во-первых, за ним смотреть не надо. У меня духовка уже, знаете, не очень молодая, и бывает, что она меня подводит очень сильно. И пирог поднимается только с одной стороны почему-то. Поэтому я выбираю, конечно же, если где-то увидите комочечки, обязательно их аккуратненько раздавите. Поэтому я выбираю мультиварку, естественно. Оп-оп-оп-оп, почти. Почти. И сейчас нам надо быстро-быстро работать с яблочками. Очень быстро нужно будет их нарезать. Я режу не кубиками, я уже говорила, что многие делают кубиками, я кубиками не делаю, потому что они тогда превращаются в пюрешку, и их даже не чувствуется особо. А я люблю, чтобы прям большими кусочками, чтобы чувствовалось это яблочко вкусненькое. Вот так, все, осталось немного совсем муки рассеять. Все. Какая прелесть, будет сейчас. Очень-очень вкусная. Так вот. Что, Николай, можно тебя будет еще на минуточку оторвать? Ну, а что ты хочешь? Чтоб ты мне подготовил мультиварку, поставил наверх сюда. Угу. Хорошо, когда? Что значит, когда? Сейчас прям. Да. У меня что-то под вечер вообще нет никаких сил. Что у нас за херня такая? Притереть. Да, хорошо.
Все, тесто наше готово. Ура, ура. Отставляем тесто и быстренько-быстренько занимаемся яблоками. Очень быстренько. Так, что мне для этого нужно? Мне нужна какая-нибудь тарелочка. Возьмем мы тарелочку. Возьмем обычный ножик и вперед из песни. Вот так вот. И будем быстро наши яблочки нарезать. Ой, тут еще и порченное яблоко. Я просто дольками беру и нарезаю вот так вот. Такими, как мне хочется. А, я распушивать забыла, девчонки. Всыпаем в тесто. Представляете, с мукой это за это и всыпьте в тесто обязательно распушивать. Разрыхлитель. Вот так, на камеру готовлю. Там забыла, там вспомнила. Все, и вмешайте аккуратненько теперь. Надо было вместе с мукой. Надо было вместе с мукой, а я, видите, как. Цирк надо. Ну, сейчас вмешаем. Ты помнишь, как не пользовался? На выпечку надо. Я не помню. Выпечку надо будет найти. Вот. И все, и ставь. Я тоже не помню уже. Да. Ой, как это я забыла разрыхлить, представляете? Ну, теперь сейчас буду хорошенечко вымешивать. Тоже мне, да? Ой. Ну, ничего. Всяко бывает. Так, все. Пока она ставится, я продолжаю быстро с яблоками бороться. Бороться с яблочками. Яблочки беру красненькие. Не знаю, почему красненькие, но как-то красненькие. Хотя у меня есть и классные зелененькие яблочки. Слушай, холодильник у нас пищит так. Так. Яблоки заранее не советую нарезать, потому что они потемнеют. Поэтому я делаю сначала тесто, а потом по шурику вот так нарезаю яблочки. Все, молодец я какая. Теперь наша задача. Что ты ее закрыл-то? Наша задача. Один, во. Наша чаша, да? И мы, вернее, Коля вырезал мне пергаментной бумаги, чтобы уложить просто на дно. Вот, мы сейчас что делаем? Мы берем или подсолнечным маслом, или обычным маслицом смазываем чашу. Чашу хорошенечко будет видно, да? Хорошо, хорошо. Я немножко его подрастопила на батарее, можно так сказать. И берем и смазываем по бырику. Дно и бакушечки. Это для того, чтобы у нас пирог красивый получился, румяненький. Ничего там не подгорело и было красивенько. Вот так смазываем. Как хочется быстрее, так и получается через не могу. Через не могу. У нас уже Николай говорит, все, пошли спать. Так я устал, хочу спать. Ну подожди уж меня. Давай поставлю пирог, да пойдем. Так, все, берем пергаментную бумагу, укладываем на дно. И ее этой же кисточкой приклеиваем. Если будете подсолнечное масло использовать, тоже точно так же делаем. И прямо вот кисточкой ее хорошенечко. Вот так, берем и приклеиваем сюда. Видно или нет? Вот так вот, на дно. Чтобы у нас получился румяный, красивый пирог. Чтобы тесто не заходило под под пергамент. То есть вот эти все рюшики промазываем, чтобы оно все было красиво. Так, все, я молодец. Убираем масло, убираем кисточку. Так, и засыпаем немного яблок. Ну, ой, одно упало, ничего страшного. Ну, я думаю, как бы половину вот так вот засыпаем. Даже может меньше. Вот так вот. Просто засыпали. Чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть меньше половины. И сразу же выливаем наверх наше тесто. Не все. Оставляем немножечко. Тоже половину где-то высыпаем. Разровняем немного. Вот так вот. Тяжеловато, конечно, разровнять. Надо другую лопатку взять да снять. Боже, еще лопатку найти. У меня тут куча всего. А то, что надо, нету. Так. Так. Итак, вот это будет, наверное, легче разровнять, она более мелкая, хотя, в принципе, то же самое. Ну, хорошенечко и так растекается, но лучше разровнять. Так, все, разровняли, выпачкали кучу по этих, ну, вы поняли, да, лопаток, и высыпаем следующие яблоки. Все яблочки высыпаем, те, что остались.
ничего не приталкиваем. И полностью высыпаем остатки теста. Видно вам? Видно. Хорошо, что видно. Так, отлично. Сошкребаем все до последней капелечки. Вот, чтобы у нас почти ничего не осталось. Вот так вот. И тут орудуем лопатками с одной, с другой. Чтобы у нас все это ушло вкусняшка сюда. Так. Ну, почти все получилось. Ой, шарлотку можно и вкусно подать, и вкусно украсить. Ее даже сверху можно, знаете, глазурью потом сделать. То есть, как в душе угодно, знаете. Можно из шарлотки обычно сделать прям праздничный пирог и торт. Так что так. Так, все. Здесь нам надо хоть чуть-чуть его, конечно, разровнять, чтобы по верхушке оно как-нибудь немножечко порасходилось. А то получится у нас, что здесь будет сухие яблоки. Или в одной стороне будет много теста, а в другой нет. То есть тесто надо разровнять по поверхности, чтобы примерно одинаково было. Так, и вот так. Все. И будет у нас очень вкусная и красивая шарлотка. Слушайте, с этим карантином по натуре я начну тут выпекать. Коля только и ждет, да, Китя? Да, я кексов хочу. Кексов, я хочу этого тертого пирога. Так, все, устанавливаем нашу чашу в мультиварку. И вспоминаем, как это все работает. Так, края лишние вытру. Вспоминаем, как это все работает. А то я, честно говоря, уже забыла. Как это все работает, как это все работает. Закрываем это точно. Теперь. Блин, дайте мне. О, все. Теперь мы. Да возьми нормальное яблоко, что-то качанчик придешь. Надо выпечка найти. Это, я так понимаю, вот этими всеми. Коль, а что я не так сделала? Не знаю, если честно, вообще ноль там. Так, что нам надо сделать? Меню. Меню поставить. Ты верхнюю, видишь, запекать. Да не, вот выпечка. Помнишь, мы неправильно сюда включили? Не, надо было я сюда. Уже пересмотрела видео. Вот эту выпечку нам надо было ставить. Запекать это не то. Так, выпечка поставили. И надо... О! Все. Вот так вот. Долго подержать, пока на второй раз пилинкнет. Все, время пошло. Но у меня здесь написано 45 минут. Вот, как раз посмотрю одну серию... Чего мы там смотрим сейчас? Год культуры. Вот, и будет пирог нам готов. Я постараюсь вам показать хотя бы его не украшенным, а хотя бы таким, как вот он, когда вытянут. Надеюсь, я к этому времени не лягу спать. Так что это. А если лягу спать, значит завтра вам покажу красивый наш пирог. Так что так.